Футболисты, тренеры, клубные президенты и сотни болельщиков. Форум Гримальди в Монако стал местом проведения жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Один из основных претендентов на победу в главном европейском клубном турнире немецкая Бавария попала в группу Е, где ее соперниками будут Бенфика, АЭК и Аякс. Действующего победителя чемпионской лиги мадридский Реал, как и Диего Форлан, отправили в группу Ж, где одним из соперников королевского клуба будет российский ЦСКА. Дополнили квартет итальянская Рома и чешская Виктория. Чемпион России «Локомотив» в качестве сейнова возглавил группу «Д» и сразится за выход в плей-офф с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем». Первые матчи группового этапа пройдут 18 и 19 сентября. В ходе той же церемонии футболист мадридского «Реала» Лука Модрич получил приз лучшему игроку года в Европе. В составе «Реала» Модрич выиграл в минувшем сезоне Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии – серебро чемпионата мира и был также назван лучшим игроком того турнира.